мы гуляем по территории нашего отеля. И сейчас вот где этот кружочек, мы пойдем сюда. О! А вот и то самое место, куда мы идем. Где не ступала нога человека. Да, Светка? Что там будет интересного, мы не знаем, потому что мы идем туда первый раз. Может, там крокодил, может, там еще кто-нибудь. Поэтому Светка идет впереди, если что, она будет приманкой. Помню, да. Так, какие-то руины мы нашли. А, ну вот эти майянские. Майянские-то помнишь? Здесь есть остатки майянских Это тоже пирамида майянская. Вот майянская пирамида. Но только такая нечищенная джунгля на территории нашего отеля стоит. Мини-пирамида. Мини-пирамидку. На нее нельзя лазить, не нарисовано. Да там еще и упадешь с нее. Ну, да. Так, вот здесь, по-моему, кружочек заканчивается у нас. Сейчас, по-моему, вот идем. Ну, сейчас посмотрим, что там еще есть. Сандос Караколь Эко Спа. Одна экзотика вокруг. Вот на этом обучается. Здесь, наверное, плавают или обучают. Вот смотрю, ласты, жилеты. Ну, да. И никого нету, кстати. Можно брать на халяву и плавать по этой речке, которая при нашем отеле. Ну, она, наверное, в Синок впадает, они потом там ныряют учатся. Да, как бы веревочка здесь висит, что заходить нельзя, но при желании можно и зайти. Вот тут что-то написано. Кому интересно, прочитайте, сделайте паузу на видео. Мы идем дальше изучать наш отельчик. Может, что-то интересное еще найдем. Кому понравилась наша замечательная и интересная прогулочка по эко-отельчику, ставим лайк, оставляем комментарий и подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. В следующей серии мы пойдем на известную, знаменитую, увлекательную дискотеку, которая называется Кока Бонга. Всем до встречи!